Это что? Фу, женщина. Кино в Lethal Company? Вумен сдохла. Вы ебанулись? А дальше что? Фури? Шитпосты на постерах? И на телевизоре? No boobs. Буба! Синхронизация Battle Plaga с игрой? Что? Моды, да, конечно, классно. И хорошо. Но если хотите получить новое ощущение игры Lethal Company, то представляю вам свою сборочку модов, которая вас ждет. Небольшие задания для работников. Переработка механики радиации. Он задетектил так. Ладно, я фонарик. Нет, я не пойму. Ёб твою мать, блять! Чё это было нахуй? Запасные выходы в предприятии, которые могут вас убить. Колесо эмоций, как в Fortnite. Враги, которые смогут воспроизвить ваш голос. Появление врага мимика, который будет следовать за вами, пока тебя не убьет. Блин, почему? Я тебе не нравлюсь. И почему ты мне смайлики не шлёшь? Может, пошарить? Блять, отъебитесь! Переработка механики некоторых врагов. Кастомные видосы для телека. Треки для бумбоксов. Постеры, костюмы, новые луны и море косметических предметов. Как установить сборку? В описании есть ссылка на архив. Если у вас до этого ни разу не стояли моды, просто перекидывайте 3 файла в локальную папку игры. Это можно сделать через Steam. Перекиньте все файлы из архива в папку с игрой. А если у вас до этого стояли моды, либо удалите их в папку BPLNX, либо создайте резервную копию, чтобы все сохранить, и просто замените. Теперь о каждом моде поподробнее. Dimming Flashlights. С уменьшением заряда фонарика свет становится тусклым. При достижении 5% заряда фонарика свет начинает моргать и самопроизвольно фонарик выключаться. Employees Assignments. Добавление небольших заданий для работников, такие как принести необходимую вещь, устранить утечку пара или убить монстра. Late Company – это возможность подключиться уже в начатую игру. Можно подключиться через Steam. Чтобы подключиться к игре, игроки должны находиться на корабле еще до высадки на Луну. Little Radiation. После изучения фонаря все игроки внутри комплекса получают урон в начале каждого часа. Урон увеличивается каждый час, по умолчанию составляет 10 хп. Также начинается размытие экрана внутри комплекса, который становится хуже, чем больше радиации. Также на входных дверях уведомление, сообщающее игрокам наличие радиации внутри комплекса. Lethal Sin, который добавляет в игру скраб, предметов для покупки в магазине, врагов, игровые механики, декорации. Mimics. Теперь в комплексе появляются фейковые запасные выходы, которые могут вас убить. Мод More Company расширяет лобби и добавляет кастомизацию персонажа в меню игры. Skinwalkers. Теперь мобы могут воспроизводить голоса всех игроков, которые говорили в игре. Coil Hair State. У пружиноголового голова поворачивается к человеку, когда тот на него смотрит. Masked Enemy Rework. По всей карте, как в комплексе, так и на улице, появляются мимики. Они будут следовать за вами, как зомби, пока не убьют тебя. В настройках модификации данного мода можно устроить зомби-апокалипсис. Чтобы это событие произошло, необходимо включить эту функцию в конфиг-файле. Но будьте осторожны, сам я данную фичу не тестил, так что будьте осторожны. Diversity – большой глобальный мод на переработку мобов в игре. Nuts Plushes мод добавит 3 плюшевые игрушки – Freerun, Freddy и Помни. И еще один глобальный мод – Lethal Expansion. Он добавляет детальную настройку параметров игры, которая доступна в меню. Также добавляет новые предметы и возможность устанавливать свои новые луны. Custom Boombox Music добавляет игрокам добавлять или заменять треки бумбокса. Custom Boombox Fix – это обходной путь, позволяющий модам музыкального контента легко интегрироваться с пользовательской музыкой. Объект Volume Control позволяет регулировать громкость мультимедийных объектов, таких как телевизор и бумбокс. Для изменения громкости нажимайте клавиши плюсик или минус. Boombox Sync Fix исправит ошибку базовой игры, из-за которой бумбокс проигрывал разные песни между клиентами и хостом. Также добавил пак добротной музыки от Челика.
Resort Flashlight слот и Resort Walkie слот — это два мода, которые добавляют специальный слот бесплатный для фонарика и для рации. Fix Resolution подтягивает разрешение ваших мониторов. FOV Adjust — простой мод, позволяет настроить поле зрения в игре. Есть две команды чата, которые можете использовать. Slash FOV и Slash Toggle Visor. Converge Plushy — добавляет в игру миленькую маленькую оранжевую игрушку. И LUTs HUD — измененный HUD. Chillax Scrubs, новые мемные скрабы. Cup Noodle, Freddy Fazbear, Nokia 3310, Moai. Также данный мод добавляет тетрадь смерти. Написание имя игрока в книге мгновенно убьет его. И обратная карточка Uno. Она меняет позицию пользователя на позицию другого случайного игрока. Peach Blossoms, Morehead, ZTK Cosmetics, Sai Cosmetics, Absas Cosmetics, Operation Cosmetics. Все эти моды добавляют новые косметические предметы для персонажа в меню игры. Little Presents, мод, который дает 5% шанс появления случайного врага при открытии подарка. Aquatics Moons, Duck Moons, это две новые луны. More Suits, больше вариативности костюмов. Model Replacement IP, библиотека для упрощения замены модели. Six Company Model Replacements, это женский вариант костюма. И Sick Woman Suit создает детализированный костюм на стене для мода выше. TV Loader, лодер для закачки LED TV, видосы для телека. Backrooms. Теперь вы можете упасть за кулисы, где вам необходимо найти выход, пока ваша команда не улетела. Lead Mines for All. Теперь все мобы могут подорваться на мине. Монтаж почти завершен. Остается добавить несколько модов. Некоторые моды сомнительные, я сейчас над ними подумаю. Это добавление новых костюмов, напитки, трофеи. Это скраб. Новая луна. Тоже новая луна. И... А, это я уже... А, не добавил еще. Тоже новый скраб. По изменениям обновил Diversity, библиотеку одну. Little Radiation, тоже библиотеку одну. Обновил полностью Orion. Она полностью по-другому сейчас выглядит. Dark Moon, Backrooms. Тоже Египет обновил. Little Expansion обновил. И вот это я уже добавил. Писать, что-то добавлять я не буду. Просто как вот что есть записано, так и оставлю. Хочу также сказать, если вы хотите что-то изменить, заходите в конфиг файлы, находите мод, который, не знаю, по описанию я все моды оставлю. Заходите, смотрите. Вот. То есть, например, Little Radiation. Изменять некоторые свои значения, что вам нравится, что не нравится. Получение дамага, фолл ставьте, и вы не будете получать дамаг после излечения батарейки. Например, Masked Enemy Rework вы можете здесь выставить. Вот, Zombie Apocalypse мод. Он по умолчанию выключен. Можете поставить True, и у вас начнется какое-то кровавое месиво. Но я с этим не бегал, не сталкивался. Насчет Diversity. Тут я отключил... Где оно? Не помню где. Тут я отключил помутнение в глазах, когда вы заходите в пар. Вроде это так называется. Или это не здесь. Где-то, впрочем, я это где-то убрал. Вроде бы это в Diversity. Так что не могу точно вам сказать. Сохранить. Или ну сохранено. Ай, ладно. В общем, ну это все. Скачивайте и веселитесь.